Я Бусурман Кулабдибайтулу из Кыргызстана. Представляю бойцовский клуб Fighter KG. Мы прибыли в Краснодар. Краснодар очень такой теплый и замечательный край. Я рад здесь. Весегонка, как вы знаете, это очень сложный один из час в спорте. Из-за этого весегонка была очень тяжелая. Но все хорошо сейчас. Ну, Владислав, мы после весегонка встретились, он хороший, как человек хороший, умеет встречать гости. Там мы как бы пожали в руки и все. Мои подписчики в Инстаграме, я чувствую их поддержку. Сейчас все в соцсетях, там в Facebook, WhatsApp, Instagram, везде. Идет, пишет поддержку и делает за меня дуа. Всем большое спасибо за это. Я чувствую, у меня большая ответственность. И я готов показать хороший бой. Интересно. В данное время уже прошло взвешивание. Сейчас процесс восстановления идет. В данное время все хорошо, отлично. У меня голова уже геймплан бой. И сейчас уже будет, начинается фейс-то-фейс. Я готов, на этом все. Самое главное в голове, я настроен на бой, остальные пока не думаю. И в день боя я не отвлеклюсь с телефоном. Из-за этого у меня есть рядом тренера, братья, которые поддерживают меня. И перед боем именно с ним общаюсь, то есть обсудим геймплан. И вот я буду сам себе, думаю о геймплане и выйду на бой. Вот таким образом. Ну, фраза, как обычно, тренер озвучит какое-то мотивационное слово. И вот, начинаем. И заключительный вопрос. Какая у тебя сейчас мотивация? Что тобой сейчас двигает? У меня большая цель в этом спорте. Я уже полтора года не выступал. Из-за этого в этот долгий период я очень мотивирован выступать и скучал на нем. Из-за этого я сосредоточен на победу и хорошее выступление.